что это? Ну чего? Мы же залезаем. Дождь заливает нас. Пожалуйста, вы налоги платите, чтобы вот так претензии предъявлять? Пожалуйста. Что, пожалуйста? Вы как ИП не зарегистрированы? Нет, здесь дело-то не за место не платите. Пожалуйста. И одни претензии только от вас. Сколько надо будет налогов, мы платить будем. Ну. Дело-то не налогов, а дело-то в том, что вот эти холодно стоят, дождь заливает. Так мы в Сибири живем, что хотите, может отопление здесь пустить или что? А почему отопление? Я ладно, я лучше потихоньку дома скажу, что я думаю. Что там поговорить? Материться нельзя. Я бы сматерилась по-хорошему, но нельзя. А может надо было? Надо было. Может, надо было, да. Трехэтажный, да такой хороший. А понятно было. После смены какие неудобства появились? После смены неудобства у нас заливает дождем. Понимаете? Если отсюда дождь идет, мы, вот до сей поры вот дождь заливает. Вот сегодня начался, уже неудобства. Так мокро было вот сегодня. То, что нас дождем захлестывает. Мы, нам большая высокая, видите, и высота большая. Поэтому захлестывает нам. Нам не надо ничего, нам никаких удобств не надо. Нам просто, чтобы маленько, чтобы было хоть это, по-человечески.